Сейчас о погоде. Здравствуйте, с вами Инга Гудель. Октябрь близится к своему финишу, и погодных сюрпризов пока преподносить не намерен. Но ночные заморозки не в счет, потому что мы к ним уже привыкли. Итак, на нашем севере завтра днем до плюс 15, переменная облачность без осадков. Ночью 0 плюс 2. При этом местами в воздухе может быть морозец до минус 2, а на почве и вовсе до минус 5. В центральных районах и на юге днем плюс 14-16, тоже переменная облачность, ночью плюс 1-3 и тоже возможны заморозки на почве. Послезавтра ночью станет теплее. О погоде все, удачи вам, увидимся.